В субботу средь бела дня в Екатеринбурге, неподалече от парка Маяковского и двух высоток жилого комплекса «Чемпион парк», то есть в самом начале улицы Машинной, лоб в лоб столкнулись не черный белый бумер и «Форд Мондео» того же цвета. Притом, последнюю иномарку угораздило вырулить на встречную половину проезжей части. Водитель БМВ за секунду до аварии перестроился на левую полосу, опередив попутный автомобиль, и, как оказалось, абсолютно зря. Как предположили очевидцы, из-за плавного изгиба дороги пилоты до последнего не видели друг друга, а увидели – было поздно. Водитель «Форда» отъехал в 24-ю больницу с предварительным диагнозом ЧМТ, а водитель внедорожника БМВ – 36-ю с черепно-мозговой травмой и ушибом спины. Как сообщили в комментариях городскому порталу в ГИБДД, «Форд Мондео» ехал по улице Ткачей в сторону Машинной и, совершая поворот налево, оказался на полосе встречного движения – за разделительным газоном, с травой и одуванчиками. И напоследок, пожалуй, самое странное до невероятности обстоятельства. В том же направлении по встречке за «Фордом» двигался еще один автомобиль, водитель которого успел затормозить. Это почти как в анекдоте. Только в Москве, когда ты едешь по встречке, взад тебе могут въехать. Оказывается, не только в Москве. Но у нас на Машинной в тот день было явно не до анекдотов. Знающие люди утверждают, что водитель «Форда» вероятно, перепутал поворот и вырулил навстречу.